Дружеское лицо после всех страданий. Освободи, прошу тебя. Меньше часа назад эти чудовища напали на меня всей толпой. Я пыталась убежать, но они догнали. Животные! Дружеское лицо после всех страданий. Освободи, прошу тебя. Меньше часа назад эти чудовища напали на меня всей толпой. Я пыталась убежать, но они догнали. Животные. Я была пленницей тирана Тортажа, но сбежала. За 3 последних дня охрана совсем обленилась. Я хотела исчезнуть из города до тех пор, пока все обо мне не забудут. Но падальщик и его люди схватили меня. Ключ у падальщика. Он предводитель шайки мародеров из Тортажа. Они где-то здесь. Он и его банда неподалеку. Перережь этому ублюдку глотку, а потом обыщи тело. Пожалуйста, не оставляй меня тут. Поторопись, прошу тебя. Он там, на пляже, роется в обломках затонувшего корабля. Твою помощь я никогда не забуду. Я стану возносить хвалы богам каждое утро за то, что они привели тебя ко мне. Пойдем, пойдем в город. Может, когда мы будем в безопасности, я смогу отблагодарить тебя за спасение. Пусть боги не оставят тебя. Я так рада видеть тебя. Нет, друг, я просто думаю о Тортаже, где мы скоро окажемся. Я сбежала из него только лишь за тем, чтобы еще быстрее прибежать обратно. Должно быть, боги ненавидят меня. Да, хоть и меньше, чем оставаться в ловушке за его стенами. Слушай внимательно. Будь настороже со всем, что ты делаешь, пока солнце освещает город. В Тортаже куда безопаснее по ночам, когда солдаты Красной Руки защищают крепость Строма от убийц. него есть на это причины. Сопротивление никогда не оставит Строма в покое. Проклятое создание! Ну, это, конечно, всего лишь слухи. Стром куда-то исчезал на долгое время. Говорят, он умер много лет назад, а теперь восстал из мертвых, чтобы принести нам новые беды. Меня наняли развлекать группу головорезов из Красной Руки. Этим сейчас обязано заниматься большинство женщин, что торгуют любовью. Конечно, я буду осторожна. Большую часть времени буду оставаться внутри, где меня не увидят наемники Строма. Твоя месть запоздала, ведь те, кто действительно причинил мне боль, уже пали от твоей руки. Но спасибо тебе за сочувствие. Пусть боги не оставят тебя. Кто это стоит перед Садуром? Кажется, сегодня боги улыбаются Садуру. Я-то думал, что я единственный, кто остался в живых. А оказывается, спасено и еще кое-что из моей собственности. Подойди. Я надену тебе на шею железный ошейник и приставлю к работе. Это был не медведь. Существо. Тварь какая-то. Неважно. Ворота заперты, и демон охраняет ключ в руинах неподалеку. Иди сюда. Надо торопиться. Пока он будет рвать твою плоть, я схвачу ключ и проберусь в город. Идем? Ты умрешь, если попытаешься устроить себе такое удовольствие. Садур очень практичный человек. Он даст тебе обещание. Если ты переживешь пиршество демона, Садур возьмет тебя в смелые слова от человека, еще недавно носившего невольничьи цепи. Позор рабства наконец-то победил твою трусость. Но скажи-ка мне, не лучше ли жить в неволе? Давай. Напади на меня, и твои кости. Тебе уже не раз довелось побывать на коленях, ворочая весло по моей команде и повинуясь любым приказам. Хотя на тебе знак, и ты стоишь дорого, старшему работорговцу Кулерику не по нраву будет такая строптивая собственность. Не хочешь приносить себя в жертву демона? Ба! Великий змей будет судить твою грошовую душу после смерти. Эти хотя бы не заперты. За ними нас ожидает город. Мы уже близко, и дальше я дойду сама. У меня нет сейчас денег или ценностей, чтобы расплатиться с тобой за помощь. Но ты отыщи меня в городе, и я уверена, что мы придем к соглашению. Только не забудь, что тебе стоит помалкивать о бегстве из плена и убийстве работорговцев. Ты умело сносишь головы пиктам, но не ввязывайся в неприятности в городе, если хочешь дожить до следующего рассвета. Мы еще встретимся. Отлично. Да? Слава Митре!